Начала урок главный воспитатель детского сада Нинель Мостовенко. В ходе тематической беседы, которая сопровождалась электронной презентацией, педагог провела для детей исторический экскурс в одну из самых крупнейших битв за всю историю человечества. Дети с огромным интересом слушали рассказ и рассматривали фотографии времен Великой Отечественной войны. Урок мужества для дошкольников провели люди с настоящим военным прошлым, которые являются ярким примером для подражания. Ветеран Великой Отечественной войны Николай Тимофеев, капитан-лейтенант военно-морского флота СССР Геннадий Авдюшин, командир гранатометно-пулеметного взвода в Афганистане Василий Широбоков. Они постарались расширить представление дошкольников о мужестве, героизме и любви к родине. Я хотела бы стать минометчиком, который управляет Катюшей. Мечтаю доктором военным, чтобы все были здоровые. Я мечтаю стать военным, сильным и здоровенным, чтобы врагов всех победить, маму с папой защитить. В знак благодарности дети выступили перед ветеранами с песнями военных лет, стихами и хореографическими номерами. Формирование чувства патриотизма, гордости за героическое прошлое своего народа, готовности к защите своей родины – важнейший этап становления здоровой личности. Мы всегда должны помнить, что от того, как мы будем решать задачи гражданско-патриотического воспитания, во многом зависит будущее нашей страны.